Всем привет, с вами канал Минехова, и сегодня я покажу вам игру под названием Копатель Онлайн. Это будет обзор карт. Обзор карт будет лучший за месяц. Мы выбираем карту Guy Fawkes Vote Boom. За нее отдали, ну, приличное количество голосов. Мы отдадим за нее тоже голос и посмотрим ее. Так, вот мы зашли на карту. Когда мы заходим на карту, здесь видно спаннер, на котором стоят три кубка, которые мы сейчас возьмем. Так, и таблички. Ну, добавьте друзья и так далее. Так, вот эта постройка на карте. Это замок. На нем развиваются три прекрасных флага. Два из них я точно знаю. Это Россия и Украина. Так, идем в этот замок. Так, выполнен он в прикольном стиле. Забираем кубки. Здесь вокруг замка сделан или озеро, или ручей какой-то огромный. И здесь стоят также лодки, на которых можно поплавать. Вот мы заходим в замок. В замке красиво. Как вы знаете, во многих замках, когда в них заходишь, тут там ничего нет, а здесь хоть что-то есть. А вот внутри этого замка пустота. Ничего нету. Я вижу табличку. Так, лифт на балкон. Внизу тюрьма. Вверху балкон. Давайте сходим сначала. Давайте в тюрьму сначала сходим. Так, тюрьма. Ага. Если это тюрьма, почему же здесь есть двери? Здесь должны быть решетки. И она, по ходу дела, не доделана. Маленькая тюрьма сама по себе. Мы идем на балкон. Балкон у нас здесь. Вот у нас балкон. Видно одно огромное дерево. И в саду больше ничего нет. Так, дальше мы идем туда наверх. Идем мы вот здесь. Здесь тоже пустота, ничего нету. Мне кажется, что админ этой карты будет еще достраивать ее, потому что в таком виде она никакая. Просто большой, ну, небольшой такой замок. Ну и внутри его ничего нет. Ну согласитесь, замок так ничего. Так, что у нас тут еще интересного? Я даже и не знаю. Давайте посмотрим что-нибудь вот здесь. Ага, мы же еще не были вот здесь где-то. Что у нас там? А у нас там тоже пустота. Так что нет смысла туда идти. Так. Давайте спустимся на эту крепость. Тут нету входа. Нету входа даже в эту башню. Ну, что сказать, создатель этой карты, если ты меня слышишь, улучшаю ее. А далее у нас будет другая карта. Выходим из этой карты, заходим в топ лучших за месяц на карту Live Streets. Так, где она? Вот она. За нее дали 635 голосов, ну и мы тоже за нее дадим голоса. И сейчас мы ее посмотрим. Так, я забыл сказать, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, видео будет очень много. Так, вот мы зашли на карту, мы появляемся в каком-то помещении, которое мы сейчас узнаем. Так, что у нас тут? У нас тут, походу, метро. Так, куда нам надо идти? Ага, вот сюда. Поднимаемся по лестнице, так, вверх. Здравствуй, путник. Ты на карте Live Streets. Админ карты Пузл. Или Пазл. Задача найти на карте 12 кубков. Не забывай отдать свой голос. Для этого нужно нажать Tab. Ссылка на админа. Так, вот мы и пришли на эту карту. Ух ты, мне эта карта даже очень нравится. Тут сделано прям как целый маленький городок. Ну или какой-то район. Дом, кран подъемный, точнее дома даже.
Сейчас даже можно сказать, сколько здесь этажей. Ну, почти 9 этажей, 8 этажей здесь. А здесь еще дом только строят. Так. Я думаю, меч надо убрать. И давайте зайдем вот в эту, или вот в этот, или вот в это здание. Так. Это школа. Заходим в нее и гуляем здесь. Что у нас здесь есть? А у нас есть пустые коридоры, где ничего, нифига нету. Здесь стоит дверь. Это что у нас такое? Один кулак. Ура! Выходим отсюда и идем. Я даже не знаю куда. Наверное, опять сюда. Выйдем отсюда по этой стороне, но это то же самое. Так, что-то меня залагало. Так, что у нас тут еще есть? Советую посетить вам мою квартиру. Она на последнем этаже 10-этажки. Не забывайте отдать свой голос. Так, а это у нас 10-этажка, а там была 8-этажка. Так, все понятно. Так, школа, центральная площадь. Зайдем в этот дом. Ну, здесь сделана лестница. Она, конечно, не такая крутая, как в остальных домах, наверное. Но в них мы тоже сейчас заглянем. Здесь даже просто лестница. Ничего больше. Так, на таком же мы интересном этаже. Ага, так. Это просто, походу, была какая-то фигня. Мы никуда и не зашли. Понятно. Это была просто лестница. А здесь квартира. Так, здесь у нас две квартиры. Давайте займем эту. Угу. Напомните, как сделать этот цветок. Горшок с цветком. Смотрится довольно симпатично. Давайте пойдем во вторую квартиру. Во второй квартире здесь уже все поуютнее как-то. Печка из вагонетки. Плита. Холодильник. Ну и так далее. Здесь, короче, уютнее. Ну и, наверное, давайте пойдем. Так, куда тут надо идти, чтобы подняться наверх. Давайте вот так поднимемся на 10-й этаж, он сказал. 10-й этаж, это вот здесь, походу. Так. Ага. Здесь живет админ карты. Пазл или пузл. Так, секундочку. Ну, здесь, как вы видите, уже все довольно лучше. Телевизор, лампа, точнее, светильник или люстра. Цветок такой же, даже два, диван, цветки, что у нас здесь, а здесь у нас кухня, как видите, здесь уже намного все лучше, здесь же у него прямо есть балкон, так, а здесь еще какая-то комната, а это его туалет, ну все понятно, а здесь выход наверх, да? Так. Здесь выход сюда куда? А, на крышу. На крышу дома. Так. Что у нас тут еще есть интересного? Тут кран. Ну, давайте, может, зайдем вот в это здание. Так, вот здесь должен быть. Да, здесь. Так, ну там тоже, походу, лестница, его еще не достроили. Ну да, здесь только лестница. Ничего больше. Так, ну это, если честно, карта мне понравилась больше, чем та. Потому что это прям как настоящий город. Админ постарался. Эта карта заслуживает столько голосов, даже больше. Мне кажется, что админ карты даже будет еще достраивать эту карту. И так далее. Может даже будет и продолжение, будет больше кубков. Все больше. Так что у нас здесь только кран. Ресторан авокадо. Такой небольшой ресторанчик. Или кафешка.
Ой, что у нас здесь? Магазин мебели. Магазин мебели. Мебели, мебели, мебели. Так, здесь продаются все вещи из инвентаря. Мы их все покупаем, покупаем, покупаем. Так, поставим меч. Мы их все забираем с собой. Покупаем, 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 покупаем. Все это покупаем мы. Ну, я думаю, нам хватит. Так, что у нас здесь? Магазин плиточка. Здесь у нас можно выбрать разные блоки плит. Я бы остановился вот на этой. Но нам ее нельзя просмотреть. Так, что у нас тут еще есть? Здесь постройка, где работают. Здесь просто объездной двор. В общем, карта супер. Я советую вам на нее зайти. Так, ну на сегодня, мне кажется, хватит. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.